Юлия из Красноярска спрашивает. Купили навигатор в интернет-магазине. Товар не подошел по техническим характеристикам. На следующий день после получения покупки обратились в магазин с просьбой вернуть товар. Товарный вид сохранен, документы тоже. За какое время нам должны ответить на заявление? При дистанционной покупке товаров и услуг вы должны помнить, что федеральный закон о защите прав потребителей предоставляет вам льготный период в течение 7 дней, когда вы можете вернуть товар без объяснения причин. То есть вам не потребуется доказывать, что у товара имеется какой-то изъян, недостаток и так далее. Поэтому для того, чтобы вернуть товар, вы должны обратиться к продавцу и составить с ним акт приема передачи товара. С момента подписания акта приема передачи у продавца есть 10 дней на то, чтобы перевести вам денежные средства на тот расчетный счет, который вы указали. Татьяна из поселка Наяр спрашивает. Зимой у нас перемерзло центральное водоснабжение. Его до сих пор не починили. Куда обратиться? Если речь идет действительно о центральном водопроводе, то обслуживанием этой системы занимается, как правило, водоканал. Если вы имеете в виду систему водоснабжения многоэтажного жилого дома, то ремонтом и обслуживанием этой системы будет заниматься организация, на балансе которой находится здание. Это может быть ТСЖ, управляющая компания или коммунальный орган ЖКХ, если дом находится в муниципальной собственности. Отсюда и адреса для обращения. Владимир из Красноярска интересуется, сколько процентов от зарплаты вправе удерживать приставы, если у меня двое несовершеннолетних детей. Средняя ставка удержания по долгу судебными приставами от заработной платы составляет 50%. Но из этого правила имеются исключения. Если у вас есть на иждивении двое несовершеннолетних детей, которые требуют достойного содержания, то приставы должны снизить максимальную сумму удержания до 30%.